Президент Володимир Зеленський пропонує змінити дещо в Конституції. Мова йде про децентралізацію. Скажіть, будь ласка, пане Михайло, що це за законопроект? Чи відомо вам якісь особливості, які там в ньому запропоновані щодо змін до Конституції України? Ну, довольно-таки много изменений. На самом деле, он немного меняет систему местного самоуправления, которая выписана в Конституции Украины. Я имел в свое время счастье быть одним из авторов 11-го раздела Конституции как раз по местному самоуправлению в 96-м году. Все те реформы, которые господин Порошенко и фактически Гройсман вводили в 15-м году, они к реальной децентрализации не привели. Я неоднократно в очень многих эфирах, в экспертных оценках в фонде «Магдебургское право», который я сегодня возглавляю, поднимал эти вопросы. Оно не привело к децентрализации, оно больше привело к дефеодализации с абсолютным нарушением административно-территориального устройства. Сегодня предлагается на базе вот этих вновь созданных объединенных территориальных громад закрепить общины, а там, где еще добровольно они, скажем, не объединились, то будет право дано Верховной Раде самой утвердить объединенные так званые территориальные громады. И после этого, после принятия изменений в Конституции, необходимо будет принять несколько новых законов, которые будут регулировать и сами выборы, и административно-территориальное устройство. В моем понимании, новелла номер один – это то, что в рамках региона области убирается из Конституции четкое закрепление областей. То есть Верховная Рада и территориальные громады будут иметь право сами и название себе выбирать, и фактически менять границы областей, и утверждается это Верховной Радой. Плюс очень большой я вижу то, что в рамках тех же областей у нас будет работать областной исполнительный комитет, который назначается облсоветом. Я слышал последние там, ну, несколько часов очень много критики в отношении префектов, но мне очень странно, что в основном критикуют те, кто в 2015 году вносил даже с более жесткими полномочиями этих префектов на сегодняшний день. Наверное, государственное управление и контроль за принятием тех или других решений должен быть. К сожалению, ну, оно и не может в Конституции выписаны быть полномочия. Да, я бы, конечно, очень хотел увидеть тот закон, который в рамках этих изменений будет принят, что этим территориальным громадам будет дано в качестве полномочий, каким образом будет выписана их финансовая самостоятельность, что будет относиться к компетенции. В какой-то степени я даже на первом этапе поддерживаю, что областные рады будут выбираться их руководство всего на один год. Да, возможно, в переходной период больше ответственности будет и меньше. Местевого населения. Местевого, да. Тоже будет позитивно. То, что ну, очень много разговоров о том, вот есть там Минские угоды или нет, но в моем понимании этот закон позволит, раз он позволяет Верховной Раде менять и название, и фактически границы областей, да, он, наверное, позволит в том числе закрепить какие-то новые формирования в Украине, в том числе и в Луганской, Донецкой области, за исключением временно оккупированных территорий. Вы имеете на увазе самое по линии размежевания, да, например, да, вот, какие-то кордоны? Да. Я думаю, что эта идея где-то, они про это вслух никто не говорит, но тот механизм, который заложен, я его как раз вижу, который может позволить осуществить более-менее нормальную жизнь, потому что, ну, мы слышали, да, с территории там ВТШКИ, ЛНР и ДНР, они постоянно заявляют, что эта территория, даже потом, когда начнется типа мирный процесс, если он в рамках Минских договоренностей, то они все время претендуют на полную территорию там Донецкой и Луганской области, что, наверное, нами воспринято вообще не может быть. Новелл много, но откровенно их надо будет смотреть после того, как те законы, которые предусмотрены, будут приняты.
И полномочия меняются не только для областей, но, получается, и для города-героя Киева.